Глобальная проблема экологического характера. Трансграничная река Ухчучай практически используется как коллектор для отходов промышленных объектов Армении. Наряду с уничтожением фауны, загрязнение Ухчучай представляет серьезную угрозу и для здоровья человека. В пробах воды, которые были взяты в трансграничной реке, протекающей по территории Армении и Азербайджана, было обнаружено большое количество тяжелых металлов, в частности, меди, молибдена, железа, цинка, хрома и марганца. Цвет реки периодически менялся из-за загрязнения. Армянским властям нет дела до того, что их население массово покидает эту территорию. Будет ли им дело до того, что там загрязняются реки? Нет, безусловно. Так, потому что они свое будущее со своей стороной не связывают, будущее своих детей со своей стороной не связывают, поэтому им это совершенно неинтересно. Но с другой стороны, здесь есть и злой умысел тоже. Они согласны на то, чтобы пострадал их народ, но их больше всего, конечно, тешит и радует то, что Азербайджан тоже от этого пострадает, и Азербайджан на самом деле пострадает гораздо больше. Если учесть, что Ухчучай впадает в реку Арас, вторую по величине реку Южного Кавказа, ее загрязнение также напрямую влияет на качество водных ресурсов Араза, которая является самым крупным правым притоком Куры, а также трансграничной с Арменией рекой и играет большую роль в орошении посевных площадей в Азербайджане. Но из-за ухудшения качества воды ее использование для хозяйственных и сельскохозяйственных нужд может привести к негативным последствиям. То, что происходит вокруг Ухчучая, у нас проблем не только на самом деле с Ухчучаем. Есть очень много проблем и с Аразом, они Араз тоже загрязняют и так далее. Но мы не видим никакой реакции. Даже нет реакции на уровне небольшого отчета. Выходит, что нам тут самим придется действовать. По словам аналитика, международные институты, начиная с ООН, должны серьезно заняться вопросом, затрагивающим практически весь регион. Одним из наиболее эффективных решений проблемы, по мнению специалистов, стало бы привлечение зарубежных независимых экспертов, оценка ущерба, формирование дорожной карты по его ликвидации, с тем, чтобы в дальнейшем не допустить перемещения трансграничных загрязнений по реке Ухчучай. Эльнара Алиева, CBC.